Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака. Овен. Каждые 12 лет год быка повторяется, чтобы научить овнов терпению, но это не точно. Однако последние не зря держат марку самого упрямого знака зодиака, поэтому сопротивляться они будут из последних сил. Но однажды, чуть успокоившись, увидят, то, что раньше было плодом их упорной борьбы, спокойно само упало в руки. Просто бык любит терпеливых и трудолюбивых. И если первому знаку зодиака удастся унять свою импульсивность, то в конце 2021 года он вполне может сказать: «Да, это был отличный год». Телец. Как вы думаете, смогут найти общий язык бык и телец, если они как братья-близнецы? Еще бы! Для тельца 2021 год будет как выигрыш в лотерею. Его основательность, умение вникнуть в суть и предприимчивость всячески будут поддерживаться символом года и принесут ему хорошие духовные и материальные дивиденды. Кроме того, в этот год тельцов ждут знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но для этого нужно быть максимально открытым для окружающих. Близнецы. Природное обаяние и навыки короля коммуникации, которым всегда считают близнецов, мало помогут им в 2021 году. Смиритесь. Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо заработать, им придется много трудиться. Обстоятельства заставят представителей этого знака пересмотреть свои траты на жизнь, сделав их более рациональными. Кроме того, они даже могут пойти учиться чему-то новому. Зато в личной сфере у близнецов будет полный порядок. И это спокойствие в душе, которое им даст счастье в личной жизни, сильно поможет им решить все другие задачи. Рак. Рак не был бы раком, если бы постоянно не беспокоился обо всем. Так вот, 2021 год научит его меньше значения придавать проходящим вещам, концентрируясь на действительно важном. Представьте, какое это испытание для импульсивного рака. Кроме того, представителей этого знака ждет сильное любовное разочарование, но оно должно будет случиться, чтобы в жизнь пришло ваше. Так что не переживайте, отпустите ситуацию и позвольте Вселенной в этот раз решить самой. Лев. Покровитель года бык не любит авантюрных и стремительных действий, но только одного знака – льва. Он не будет осуждать за это, а значит не станет препятствовать, когда тот в определенной ситуации решит пойти ва-банк. Дело в том, что все бизнес-дела представителей этого знака в 2021 году будут пробуксовывать, и только смелость, напористость и сверхусилия позволят им выйти на новый уровень. Но львам предстоит пройти большой путь, чтобы смириться с тем, что жизнь – это не только вечный праздник, но и повторяющиеся серые будни. Дева. Девы так много успели за прошлый астрологический цикл, да и нового перелопатили в 2020-м, что год быка должен стать для них годом осмысления, анализа пройденного и получения новых знаний. Сильных потрясений и ярких событий гороскоп им не обещает. Исключением станут только творческие девы, для которых этот год может стать временем признания и появления свежих идей. А быть может, именно в этот год девы захотят завести ребенка и направить свою кипучую энергию в воспитание нового человека. Звезды этому благоволят. Весы. В год быка весам нужно будет научиться производительному созерцанию. Это когда ты и одновременно и с удовольствием наблюдаешь за жизнью, но и умеешь найти в нужный момент ресурс для трудового подвига. Пару раз в 2021 году у весов возникнут моменты, когда им нужно будет проявить себя с лучшей стороны. И если они это сделают, то на дивиденды от произведенного эффекта могут еще долго прекрасно существовать. Но и главное, определитесь уже, куда вам идти и кого взять с собой. Скорпион. Энергия покровителя года быка, наложенная на тонкую интуицию скорпиона, может дать очень хорошие результаты как в финансовой сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 2020 году личную сферу представителей этого знака. Также неожиданно для самих скорпионов этот год станет временем многочисленных путешествий, как по работе, так и на отдых. Это сильно подзарядит внутреннюю батарейку этого знака, и к концу года он сможет легко избежать осенней хандры. Стрелец. В 2021 году стрелец вдруг осознает, что основа его счастья – это семья,
И если раньше она стояла у него на втором плане после работы и многочисленных дел, то теперь он будет много времени уделять ей. И для того, чтобы сохранить теплоту в отношениях с партнером, он не будет жалеть свободных часов на воспитание детей. Но при этом дела у него будут идти прекрасно, потому что из процессов уйдет лишняя суета. Стрелец сможет как-то выстроить день, а потом и жизнь, что научится все успевать. Единственное, с чем стоит быть осторожным, это с безграничным доверием к деловым партнерам. Козерог. Козероги могут свернуть любую гору, но только если на это не требуется много времени. Если нужно ждать и терпеть, давайте, до свидания. Так вот, в 2021 году придется упорствовать, настаивать и учиться ждать. Это правило покровителя года, и никуда тут не деться. Но есть у этого и хорошая сторона. Упор на одно дело убережет представителей этого знака от распыления на множество, чем они частенько злоупотребляют, при этом не получая никакого значимого результата. И придется пристальнее следить за здоровьем, оно может подвести. Водолей. В начале года у водолеев появится желание все изменить и в быту, и в личной жизни, быть может даже сменить профессию. Но несмотря на всю решительность этого намерения, звезды советуют представителям этого знака отложить перемены до конца весны. Во-первых, покровитель года бык не любит спешки. Во-вторых, именно в мае все обстоятельства сложатся в лучшую комбинацию, и вам не потребуется много усилий, чтобы добиться своего. Рыбы. У рыб был непростой 2020 год, в котором они смогли и обрести мудрости, и накопить нового опыта, и обзавестись лишними средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 году постараются максимально это сохранить. Надо отметить, что вот эта спокойная созерцательность, которой они научились, найдет большую поддержку у Вселенной, и она выпишет им много хорошего в год быка. Будут там и путешествия, новые знакомства, да и просто моменты счастья, которые вы сможете сохранить в своем сердце. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Горбушка Шоу. До встречи в новых видео. Вторым в цикле китайского гороскопа идет год быка. По легенде, это животное первым откликнулось на приглашение Будды, но предприимчивая крыса в последний момент опередила его. С тех пор сильный, но терпеливый бык всегда немного позади. Чего от него ждать, смотрите в гороскопе на 2021 год по знакам зодиака. Если покровительница 2020 года крыса щедро раздавала авансы любимчикам, людям хватким, авантюрным, смелым, то с тем, кто идет за ней, белым металлическим быком, такие шутки не пройдут. Хозяин 2021 года недолюбливает тех, кто занимается пустой болтовней, и от души уважает упорных и трудолюбивых. Однако и здесь есть свое «но». В силу своей консервативности бык будет помогать только знакам, которые любят проверенные дороги и правильные пути. Решите свернуть и проложить свой, тогда сами. В целом же, если вы хотите, чтобы любое ваше дело жило долго, будь то бизнес, свадьба, строительство дома, то 2021 год – идеальное для этого время. Бык будет всеми силами помогать тому, что создается на долгие годы. Вообще все поступки, в которых можно отыскать смысл, высшее предназначение, а может быть даже служение для другого, найдут поддержку у этого символа года. Так же, как опору у него получат и те, чей труд связан с ручным трудом. И не важно, что вы делаете – пашете землю или ремонтируете квартиры. Деньги будут приходить в 2021 год в ваш карман легко. При этом, в отличие от золотого или красного деревянного быка, белого металлического отличают некая сентиментальность и открытая манера выражать свои чувства. Поэтому он понимает человеческие слабости и может быть к ним снисходителен. Но к одной слабости и не часто. Не стоит забывать, что этому знаку свойственна малоконтролируемая ярость. И лучше знать о ней лишь в теории. Из-за той же консервативности символа года на большое богатство в 2021 году никто из знаков зодиака рассчитывать не будет.
Бык – это про постоянство и тихое накопление. Поэтому просто делайте, что можете, и будь, что будет. Зато именно в год быка рождаются очень крепкие, здоровые и сильные духом дети. И если вы давно планировали малыша, то лучшее время для его появления на свет – 2021 год. Тем более, что таким детям будет больше вести в жизни, им будут даваться легко очень многие вещи. Год быка – это и не про стремительную карьеру. Скорее про упорное шагание вверх, несмотря на лень, усталость и неохоту. За трудолюбие бык вознаградит всегда и щедро.